Одной из актуальных тем заседания кадровой политики Ульяновской области стало подведение итогов конкурса на замещение должности регионального министра физической культуры и спорта. Этот вопрос висел в воздухе интригой последние 3 месяца. Изначально за кресло министра боролись 6 кандидатов. Каждый из них представил свою предвыборную программу, встречался со спортивной общественностью в районах и проходил тестирование. По итогам многоступенчатого отбора наибольшее количество баллов набрали директор регионального центра спортивной подготовки Александр Безручкин и в Рио главы спортивного ведомства Наталья Пряникова. Они и были рекомендованы на пост министра. Ну, основные цели, они в принципе очень понятны. Это развитие детского спорта, детского и юношеских спортивных школ, наделение их материально-технической базой и всем необходимым инвентарем для развития. Это раз. Во-вторых, нужно просто усилить натиск в средствах массовой информации на пропаганду физической культуры и здорового образа жизни. Наталья Пряникова, презентуя свою программу членам комиссии по вопросам развития госслужбы, упор в ней сделала в том числе и на адаптивный спорт. На протяжении 3 лет, когда существует Министерство спорта Ульяновской области, в адаптивном спорте сделан действительно большой прогресс. Создана областная детско-юношеская спортивная школа адаптивного спорта. Мы участвуем в программе «Доступная среда». Приобретается большое спортивное оборудование именно для этой категории. В ходе решающего заседания со словами напутствия выступил губернатор Сергей Морозов. Глава региона пожелал кандидатам в качестве приоритетной выделить задачу формированию большинства населения здорового образа жизни. На мой взгляд, по крайней мере, более важно, потому что таким образом мы делаем здоровое население, таким образом мы формируем моду на ответственное отношение к своему здоровью. Таким образом мы формируем большее количество трудоспособного населения у себя здесь в регионе, а значит формируем такую конкурентоспособность. По итогам заседания большинство членов комиссии отдали свой голос и рекомендовали на пост министра Пряникову. Однако окончательно все точки над «и» расставят губернатор и председатель правительства Ульяновской области. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.